25 лет живем в этом доме. И ни разу не наблюдали то, что стало происходить последние полтора месяца. А что? Я вам сейчас покажу буквально на кадре. Вот так подъезд выглядел в тот день, когда новые жильцы заселялись в 180-й дом 6-го микрорайона. А так подъезд выглядит через 2 месяца. Жильцы выбрасывают бытовой мусор прямо под подъезд, около красивой кованой лавочки, на ухоженный газон и прямо на тротуар. Контейнеры для мусора стоят всего в 10 метрах от дома. Они пустые внутри. Мусор новоселы сваливают рядом. Да, вот здесь всегда выносят пакеты, бросают. Все кошки, собаки разорвут, мусор валяется прямо возле крыльца. Хотя у нас есть контейнеры, и они все, каждый день их освобождают, место там всегда есть. Но почему-то им лень. Вышли, бросили и пошли, и как-то их не интересует, что это их подъезд. А так по-прежнему выглядит подъезд со старыми жильцами. Они привыкли соблюдать порядок около своего дома. Как сказал профессор Преображенский, пропал Колобуховский дом на Преображенке. Также чистота и порядок исчезли около подъезда 180-го дома, что в 6-м микрорайоне.